В Магаданской городской думе обсудили исполнение программы по наказам избирателей на 2021-2023 годы. На заседании депутатской комиссии рассмотрели 7 вопросов. По словам парламентариев, общий объем финансирования программы составляет около 47 миллионов рублей. Это асфальтирование, освещение, озеленение, ремонт дворовых территорий. Всего 21 избирательный округ. Депутаты обсудили, как перераспределить бюджет, чтобы исполнить больше просьб магаданцев. Мы сегодня можем говорить о том, что наполнение финансовой программы – это только муниципальный бюджет. Соответственно, денежных средств на реализацию всех наказов избирателей фактически недостаточно. Но при этом мы занимаемся как раз-таки возможностью наполнения программы более нахождение источников финансирования для того, чтобы расширить программные мероприятия и, соответственно, выполнить гораздо больше тех наказов, которые получены депутатами в рамках, в том числе, избирательной кампании и в процессе деятельности депутата. Планируют сделать детские игровые комплексы, ограждения, ямочный ремонт. Кроме того, продолжает работать программа «Столица», комплексное благоустройство территории, а еще комфортная городская среда, где граждане могут определить перечень работ и план. Также на заседании обсудили изменения в муниципальной программе «Чистая вода» и правила землепользования и застройки города.